Владельцы этого имени часто обладают непростым характером: самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Они разносторонние и оригинальны, обладают богатым воображением. В них столько скрытой внутренней энергии, что она нередко выходит из-под их контроля, и тогда они становятся нетерпеливыми, нервными, импульсивными и склонны к необдуманным поступкам. У людей с этим именем нет явных противоречий с другими людьми, так что невозможно точно указать даты, когда им следует быть осторожнее. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Этим людям важно получать стабильность, но при этом чувствовать себя свободными. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.